Саратовская ГЭС в этом году начинает работу по крупному инвестиционному проекту, который важен не только для самого предприятия, но и для балаковцев. На его реализацию будет потрачено более 400 миллионов рублей. Это реконструкция верховых откосов грунтовых сооружений, это всем известная левобережная дамба и русловая плотина. Необходимость восстановления бетонных откосов продиктована временем. 50 лет использования бетона в разных природных условиях, вода, солнце, ветер, мороз. Естественно, бетон приходит в негодность. И на сегодняшний день есть локальные участки, вот здесь они, оголенные арматуры, не только надводная часть, но и подводная часть тоже. Во время заседания Совета по инвестициям Людмила Одинцова рассказала, что уже готов проект реконструкции, и сейчас он проходит экспертизу. После этого подрядчик приступит к работам на гидротехническом сооружении. Общая площадь восстановления бетона составит 180 тысяч квадратных метров. То есть это очень большая работа, серьезная, требует определенной квалификации. В третьем квартале этого года наш подрядчик «Гидроремонт ВКК» приступит к работам, который продлится до 2022 года. Этот проект не может не радовать балаковцев, ведь именно на ГЭСовской дамбе горожане любят гулять и наслаждаться видами Волги.